Спасибо, Кэрри-сан. А вы ничего нового там сейчас не пишете? Может, выберем что-нибудь для сингла? Правда? Ви, ты это, иди. Я тут задержусь. Сам видишь, надо помочь девчонкам. Спасибо. Да, развлекайся. Кэрри-сан, может, мы, не знаю, расскажем вам про наш новый сингл? Сингл? Не. Говорить о музыке — это как ебаться на грязный слез. Отойди от меня. Когда пойдем на концерт, подарим им подарок. Клэр, привет. Нас ждет финал, Ви. Наша большая гонка. Есть такое. Ты скоро? Я уже на месте. Да, скоро. Такое дело. Мы поедем по автостраде, так что надо взять машину побыстрее. Хочешь поехать на своей тачке или на моем звере? Возьмем мою. Я ее лучше чувствую. Без проблем. Встречаемся на старте? Так точно. Жди меня там. Ну как ты потерять-то ухитрился? А? Ну ты даешь. Да ладно, не мечись. Говорю же, вычисли. Да. Не парься в общем. Тебе конец, Сэмсон! Отвали, психованная! Никаких угрызений совести? Ни малейших. Что происходит? Сэмсон думает, я дам ему так просто уйти. Ты покойник, слышишь? Это твой новый пилот? На твоем месте я собрал бы игрушки и бежал бы бегом. У Клэр партнеры долго не живут. Ах, ты ублюдок! Правда в том, что Дин был херовым мужем и херовым пилотом. Он был о себе слишком высокого мнения. За это и поплатился. А ты? Смирись. Его убил не я. Гоннор его убил. Какое же ты говно, Сэмпсон. Клэр, хватит! Ты охренела? У нас гонка на носу! Тебе хана! Отъебись! Идем, Клэр. Лучше на трассе пар выпустишь. Не волнуйся, у меня к тебе будет просьба. Я тебе потом сделаю массаж, как ты любишь. Приводи подружку. Отметишь? Мы устроим тебе рай. Да. Если выиграешь, зайчик. Отследить могу. Ага. Да. Да. Стоп, ты следуешь поворот, ебал! Пусть водит потом за стол. Все, ребята, по машинам! Пришло время корежить металл и разбивать головы! Готовы! Три!
Держись! Твою ж мать! Садись ему на хвост! Давай-ка подрежем ему крылья. Садись ему на хвост! Солнце село, но я надеюсь, что вы еще не спите. Сегодня обещаю дожди. Досадно, конечно, но зато... Гони к нему, быстро! Клэр, не трогай меня! Я ничего не сделал! Ничего? Жалкий ты червяк! Эй, прошу тебя! Останови ее! Клэр, я тебя умоляю! Господи, Клэр, чего ты докопалась? Я не убивал твоего мужа! Пасть заткни! Да он сам себя убил, дура! Отпусти меня, я ни при чем! Ты мне зубы не заговаривай! Это он сейчас о чем? Какая разница? Просто лапшу на уши вешай. Нет, пожалуйста, останови ее. Я не убивал ее мужа. Я сказала, заткни пасть. Погоди, Клэр. Я хочу послушать.
зачем? Что ты хочешь сказать, Сэмсон? Дин просто пытался обойти меня на финише и потерял управление. Ты нас столкнул! А хоть бы и так, это в правилах гонки. Я ничего не нарушал. Теперь ты умрешь, козы. Ты что, нет? Ты думаешь, твой муж был невинная жертва? Да сейчас! Погнали уже. Конец истории. Наверное, да. Каким он был, твой муж? Расскажи. Спать любил до обеда. Я понемногу его забываю. Боюсь, что скоро совсем забуду. Главное останется. Ты будешь помнить, как была счастлива. Да. Ты как сама-то? Нормально. А что? Ну, вид пришибленный. Да нет. По правде сказать, я ничего не чувствую. Ничего, Клэр. Все еще наладится. Что все? Жизнь. Ты пойдешь дальше. Будешь смотреть вперед. Идти я хочу к винному шкафу, смотреть на дно стакана. Не хочешь еще раз попробовать? В смысле, в гонку? Со мной? Не хочу. Мне больше нечего делать на трассе. Вот как? Вот так. Гонки были нашим общим делом. Для меня единым. С тобой я хотела просто достать Сэмпсона. Отдаешь мне свою машину? Она не моя. Она была наша с Дином, общая. И поскольку нас больше нет... Удачи тебе. И будь все-таки аккуратнее на поворотах, а то впишешься в стол.
Ви, это ты? Привет. По делу звонишь или просто так? По делу. Нашел твой заказ на поиски Сведенборга Ривьеры. А, это? Слушай, я уж про это и забыла. Ну так, еще актуально? Вообще-то да. Мне эта тема по-прежнему интересна. Найдешь хоть что-нибудь на этого Сведенборга? С меня черно играешь шампанское. Но вряд ли ты что-нибудь накопаешь. Не проверишь, не узнаешь. Надо же, сколько энтузиазма. Ну, раз тебя так распирает, попробуй. Я заинтересовалась этим год назад, когда последователь Сведенберга зашвырнул коктейль Молотова в отделение Гельвеции. Пыталась хоть что-нибудь на него нарыть, но ничего не нашла. Как в стену долбиться. Наняла частного детектива, и это уже без толку. Пробовала отследить IP-адрес, связанный с аккаунтом. У него явно есть демоны, но все хвосты не подчистишь. Ого, я даже и не думала, что разговариваю с профи. Ну, конечно, я пробовала. Я отследила сигнал до Санто-Доминго. Но вот вычислить адрес не получилось. Там полно глушилок. Да ты и без меня знаешь. Спрашивала местных, обещала деньги за инфу. Галя, полный ноль. У меня больше нет зацепок. Все ясно. Отправь мне координаты последнего терминала, который переслал сигнал. Я посмотрю. В худшем случае потеряю час времени. В лучшем, кто знает. Ну, раз предлагаешь, давай. Ну, лучше ни на что особо не рассчитывай. Хорошая охота. Дался тебе этот Сведенхерберг. Хочешь найти его и расспросить о смысле жизни? Ну так я тебе хоть сейчас скажу. Нет его, смысла этого. Особенно, когда в башке у тебя сидит клоун и все время подпездывает. Дай подумать в тишине. Ой, да ладно. Думать ты еще до меня бросил. Но, конечно, вали все на голоса в голове. Тихо, тихо. Надо осмотреться. Thank you.
Что это за звук? Как будто сверху. Что это за звук? Как будто сверху.